Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему, під час якої ми з вами спробуємо навчитись азам вірменської мови разом з нашими сьогоднішніми гостями. Вчителями вірменської недільної школи спілки вірмен України Миколаївської області Юретой Хачатурян і Левоном Захаряном. А також у нас в студії присутні учениці вірменської недільної школи Аліса Мілікадамян і Марія Цитурян. Друзья мои, здравствуйте. Очень рады приветствовать вас в нашей студии. И, как я сказала нашим телезрителям, во время нашего эфира мы попробуем научиться хотя бы азам армянского языка. Это никогда не будет лишним. Правда, телезрители, чем больше языков вы знаете, тем дольше вы остаетесь молодыми. Это уже проверено и доказано наукой. Левон Артемович, насколько я знаю, армяне жили у нас на нашей земле всегда. Еще Николаева не было, а армяне уже жили. Вы, как учитель истории, подтвердите мои предположения. Во-первых, спасибо за приглашение. Или по-армянски здравствуйте. Барев дес, это будет здравствуйте по-армянски. Еще в X веке первые армяне появились, согласно летописям Киевской Руси, появились на территории нынешней Украины. Можно говорить об этом много, и то, что это в летописях, я опять-таки я привык доверять только фактам. Вы как учитель истории доверяете только фактам? Только фактам, да, только фактам. Личный врач, например, Ярослав Мудрый был армянин, еще даже осталось в летописи, как монахи обижались на то, что он, скажем, не обижались, вернее, а ходили к нему даже специально спорить и обижались, когда они проигрывали в философских спорах. Да, ну и много таких. В 15 веке территорию нынешнего Крыма называли морской Арменией. Это название было в летописях европейских. Там так было много армян, что назвали морской Арменией Маритима. Вот так написано. 14-15 век. Ну, можно говорить много на эту тему. И в Николаеве основной контингент армянской диаспоры появился в 1918-20 году. Они бежали из Турции после геноцида. Хотя на территории вот армянской церкви в Николаеве, которая была, кстати, построена средства диаспоры, и отделана камнем туфом армянским, привезенным специально из Армении, там находятся два надгробных памятника. Нашли их на территории Братского района Николаевской области. Красивые белого мрамора памятники. И согласно надписям на них, как говорится, они относятся к началу 18 века. То есть могильные плиты. Причем на плите, например, на плитах изображений книги, то есть эти люди были грамотны, это геральдическое обозначение. Один женский памятник, другой мужской. Вот, пожалуйста, это самое главное. То есть Николаева еще не было, а уже армяне здесь были первые, да? Были, ну, да. Жили и при этом не тужили. И не тужили, да, неплохо. Судя по белому мрамору, красивому орнаменту надгробных памятников, то неплохо жили. И сегодня диаспора живет, работает на благо Украины. Которая образовалась в конце 90-х годов. Именно вот нынешняя в начале 90-х годов, да, сплотилась, объединилась, организовалась, решила вопрос с построением церкви. Это именно построилась церковь, которая находится между... На перегоне между Корабельным районом, ныне Витовским, да, и Широкой Балкой. Да. Вот телезрители, если вы еще не видели эту церковь, обязательно посмотрите. Это, во-первых, это действительно произведение искусства. Во-вторых, энергетика, которая исходит из стен этой церкви, она непередаваемая. Я отмечу, еще добавлю, что Армения является государством, которое первое официально приняло христианство. Это 301 год нашей эры. Самые первые христиане, это армяне. Да. Ну, мы нередко шутим, скажем, и в шутку, и всерьез говорим, что библейский народ, вспоминаем Ноя. Кстати, слово армянин в переводе переводится как хай. Хай, а прародителем армян считается хайк, правнук Ноя. То есть, кстати, Ной, в принципе, был армянин, да? Ну, скажем, предок, правнук его считается прародителем всех армян, памятник стоит в столице Армении. Этому гайку. Ну да. Вот, то есть, телезрители, вы ощутили, с представителями какого древнего народа мы сегодня и вы тоже общаетесь? Ну и хотелось бы, конечно, Юрета Георгиевна, тогда, коль мы уже говорим о древности армянского народа, и язык тоже древний и очень красивый.
Да, армянский язык является одним из старых, один из древнейших языков мира. Армянский язык существует в VI веке до нашей эры. Она является одним из индоевропейских языков, но имеет особую отдельную группу. Армянский язык... сложный очень язык, очень правда, сложный. Юрий Тагиргин? Армянский язык прошел очень долгий путь. Сегодня на армянском языке разговаривает 15 миллионов человек. И по всему миру из 50 влиятель, один из 50 влиятельных языков. Один из влиятельных языков мира. Можно я перебью, объясню, почему же, как историк? Почему? Потому что армянская диаспора богата и распространяется по всему миру. Поэтому почти в любой стране мира есть армяне. Ну и, естественно, если ты говоришь на родном языке, обращаешься за помощью к землякам, то всегда поддерживают. Конечно. Вот. И сейчас мы стараемся учить нашим детям, чтобы они изучали наш язык, нашу культуру. И можно сказать, что в 1991 году у нас здесь в Николаеве была армянская школа. Образовалась армянская школа. Несколько лет они там как-то перерывом работали, но восстановили уже в 2005 году. Угу. Вот с 2005 года мы занимаемся до сей день. Да, и спасибо. Очень много учеников у нас было, и армяны, и русские, православные. К нам приходят мы принимаем всех. И очень много у нас смешанные семьи. Когда дети приходят к нам учиться, родители тоже с ними приходят. У нас необычная школа. По воскресеньям занимаемся. Сейчас мы занимаемся муниципальным коллегиуме. Каждое воскресенье 12 часов. И наши дети приходят, учат. Каждый год... Бесплатно или... Да, школа – это... Насчет Союза армян Украины у нас община... То есть любой желающий, да, Юрий Тагиргин? Да, любой желающий может прийти и изучать армянский язык. Так как у нас необычная школа, у нас и программа необычная, не так, как в Армении, скажем. И это все оплачивается от Союза учебники, армян Украины. Простите, карты исторические, все пособия, все оплачивается, естественно, Союзом армян Украины. Друзья мои, ну давайте все-таки дадим слово армянскому языку. Вот армянский язык. Я сейчас, у нас 23 февраля, у нас здесь был праздник День родного языка. Наша школа участвовала тоже, как и все диаспоры. Дети и пели, и стихи говорили, но они не то, что пели и говорили стихи, они получили призовые первые и третьи призовые места. Был конкурс сочинений между детьми разных диаспор, и там были разные номинации. Мова каждого народа неповторная своя. В номинации это первое место получила Алиса Меликадамян. Вот Алиса, телезрители, вот сидит в черном. Алиса, посмотрите, полюбуйтесь красотой этой юной девушки. И вот она заняла первое место. А какая третье молодец, место, Алиса. Это в номинации «Ведающие деятели моего народа» получила Мария Цатурян, третье место. Посмотрите, юная Мария и тоже... Диплом, да. Одно из первых мест, третье место, это первое, три, то есть все равно это призовые места. У нас очень много талантливых детей, но мы пригласили именно тех детей, которые получили... Те, которые получили призовые места. Я думаю, что, может быть, стоит дать сейчас им слово. Да. Дорогие телезрители, сейчас наши... Юные гости, ученицы армянской воскресной школы, продемонстрируют вам красоту армянского языка. Алиса, будьте добры. Итак, стихотворение на армянском языке. Еси манош Хаястани. Еси манош Хаястани, аревахам барнем сирум. Мерхин сази вох панавак, лацакумаз ларнем сирум. Арнанаман захикнери, увартери буйр варман. Унаирян ахчикнери. Хезачикум парнем сирум. Алиса, будьте добры, о чем ваше стихотворение повествует?
Это стихотворение о том, как сильно я люблю свою родину, о том, как сильно я люблю все, что там находится, свой народ, свою культуру. И в этом стихотворении, собственно, вся любовь, которая живет в душе каждого армянина. А вы были в Армении? К сожалению, пока не была, но надеюсь, что обязательно туда съезжу. Да, действительно. Мария, теперь будьте добры, вы слушаем музыку армянского языка. Мер лизун, мер хищне да, сурбхаца мер сегани, мер хоку канчне артар, ухама мер берани, мер лизун цухне мер тан, мер кашир наш хари меч, на ахне мер инкнутян, эутян хурурт мец. Мария, о чем ваше стихотворение? Про то, что язык – это душа народа, и что его нужно любить и знать. Да, действительно, любить и знать. Вы любите армянский язык, девочки? Конечно, очень люблю. И знаете его. Ну, не то, можно же просто выучить стихотворение, да, там по буквам, а можно именно знать. Да, мы знаем его. Вы знаете его. Да. То есть, если вы попадете, вот как Левон Артемович говорил, ну, мало ли что, да, в какую-то чужую сторону, но, видя своих соотечественников, сможете обратиться к ним на родном языке, ну, конечно, соотечественники сразу. Конечно. То есть, вообще проблем никаких не должно быть. И, Юрета Георгиевна, вот то, что девочки знают, и то, что ваши ученики знают и любят свой родной язык, это, конечно, благодаря учителям? Это благодаря еще нашей Союзу армян Украины. Они все, как сказать, под их крылом мы стараемся... Под их крылом, да. Мы стараемся все, что мы знаем, передать нашим детям. И очень много... сказать, очень много есть интересных фактов про армянский язык. Можем считать, что язык – это самый надежный способ передачи знания и знания и информации. В армянском языке есть очень такой... Но есть такой нюанс, но вообще не армянский язык, вот он сложный язык. Да, но очень. Есть такой интересный там факт. Есть момент такой, у нас, если взять порядковый номер букв, согласно алфавиту Маштоца, в слове «золото» на армянском языке, и сложить эти буквы, у нас получится цифра 79. И эта цифра есть... Таблица Менделеева – это номер золота таблицы Менделеева. Но это не случайность, потому что еще из древних времен в армянском народе языке были известны все семь металлов. Да. Название золото, семь металлов. Серебро, железо. Да, на армянском языке. И сейчас выходит, что наши вот эти слова, они... обозначали в своем слове атомный номер таблицы Менделеева. Еще в древности. Да. Еще в древности. Да. Но таблица Менделеева 1500 лет позже появилась. А да. Вот про армянские вот эти слова знали уже до нашей эры. Вот как интересно, есть языки древние, которых уже нет. В принципе, они остаются только, ну, ими уже никто не на этих языках никто не говорит. А армянский язык, несмотря на свою древность, он жив, и его любят, и на нем говорят. Да, вот мы можем точно сказать, что язык – это самый надежный способ передачи информации, знаний. Потому что можно терять таблицу Менделеева, потерять книгу, но... Таблицу Менделеева можно и забыть. Забыть, да. Но забыть а слова, о родном, слова родного языка, это невозможно. Тем более армянину. Забыть армянский язык, это невозможно. Да. А вот эти книги, которые лежат на столе, книги, Юрита Георгиевна, это по ним вы учите ваших учеников? Эти книги мы получали уже 2 года, мы учим этими книгами, потому что эти книги изданы. Это второй, третий, четвертый, это второй класс, да? Да, это именно для детей, которые учатся в разных странах, это не в Армении. Министерство, перебью, по делам диаспор опекает все диаспоры армянские во всех странах мира. Во всех странах? Да, во всех. Там рабочие тетради, книги и рабочие тетради сразу. Это немножко другое.
другого, ну, они отличаются формата, немножко, да, друг от друга. И, а эти книги, наверное, вам они известны, «Алманах», что издается, да, здесь «Совет национальность». Уже 13 лет, нет такого года выпуска, что сочинение наших детей на армянском и на русском языке, мы все время получили призовые места, и наши сочинения всегда печатались в этих книгах. А сочинения обычно на какую тему, Юрий Тагиров? Про язык. Про язык. Да. Про родину. Филолог. Про даже судьбу своей семьи. Они рассказали... Детям хочется об этом рассказать, показать свою культуру. Чем больше мы будем знать хорошее о своем и рассказать, тем легче нам жить здесь в разных школах. Дети все разные. Чем больше они знают о друг друге хорошее, тем лучше становится в дружбе. И... Конечно, конечно. А вот этот трехцветный флаг, друзья мои, армянский флаг. Три цвета – оранжевый, синий и красный. Такой триколор. Да, да, красный цвет – цвет свободы, ну, кровь пролитая за свободу или свободы. Синий цвет – это цвет, значит, неба над Араратской долиной. Там действительно прекрасный синий цвет. Вот. А оранжевый – это цвет труда. Некоторые говорят, что это цвет армянского абрикоса. Кстати, Армения – родина абрикосов. Это римские легионеры еще писали. Не я придумал. Я думала, что родина абрикосов – это наша земля. Нет, нет, нет. Римские легионеры еще писали, римские историки писали. Легионеры впервые попробовали. Вот. Ну, пожалуйста, можно поднять старинные, как говорится, записи римских историков. То есть... Потому что они проходили через территорию Армении. Вот. Но если учесть, вот если учесть, что сама по себе Армения – это небольшая страна, да? Она расположена в горной местности, и, в принципе, нет никаких полезных ископаемых. Очень много. Много? Третье место в бывшем Союзе занимали по запасам золота, по добыче золота. Ага. Вот, вольфрам, молибден. Ну, железо я вообще не говорю. Это, то есть полезные ископаемые много. Очень много, все заканчивается солью каменной. Очень много. Кстати, по площади Армения сама, она площадь занимает равные примеры Николаевской области, там около 30 тысяч квадратных километров. Ну, в принципе, Армения, да, это горная страна. Горная страна, мы ее называем еще одно из названий в народе, страна камней. Вот, Карастан, ну, страна камней. Горная страна, конечно. Ну, природа, правда, очень красивая. Ну, может быть, потому что каждый кулик свое болото хвалит. Но природа нам нравится. Там есть и горы, есть и плодородные долины, есть и водопады, есть и горные озера, есть и заснеженные, вечно покрытые вечным снегом горы, такие как Арагац, например, вот, которые на территории Армении. Армянский народ очень много пострадал в свое время от турецкого нашествия. Да. И до сих пор вот эта рана, ну, наверное, она уже не заживет никогда, потому что слишком она глубокая, слишком она страшна. Но, тем не менее, армянский народ может не только плакать о том, что было, а армянский народ может и смеяться, и жить радостно. Все правильно. Я, например, вот согласен с теми историками, которые сказали, что армяне после 1915 года, которая вроде была бы нанесена ужасная рана, да, около 2 миллионов человек уничтожили только за принадлежность к, скажем, национальную. Ну, как правильно они сказали, многие историки пишут, что как птица Феникс возродились из пепла, ну да, благодаря этому, в кавычках, расселились по многим странам мира. Но это веселый народ, это народ полный оптимизма, люди, которые любят трудиться. Кстати, у нас вот в Николаевской области немало армян, которые занимают. Есть представители интеллигенции, известные врачи, есть преподаватели, есть инженеры, есть, значит, люди, которые занимаются бизнесом. Но все они трудятся, это точно. Я вам скажу, скажем так, приятно за своих соотечественников. Можно гордиться ими. И все они сплочены. Мало того, вот вы назвали эту дату. 24 апреля 1915 года. Это, ну, 24 апреля все армяне мира собираются в церквях. Ну, так и мы собираемся, естественно, почтить память погибших. Как говорится, во время того геноцида. Замученных. Да, 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 мучеников, да. Но мы собираемся на большие праздники. Там церковные праздники. Ну, обязательно. Левон Артамович, вы как учитель истории, который много лет преподает историю,
На что вот всегда вы в первую очередь акцентируете внимание? На каких аспектах? Если брать национальную школу, конечно, я работал в обществе. Мы говорим об армянах. Да, да, да. Я скажу, во-первых, так. Вы знаете, мне очень приятно, как профессиональному учителю, что наши ученики нашей школы, а это от 10 лет и заканчивая их мамами и папами, приходят к нам учиться. У нас разный контингент, правильно, Юрия Тагиворовна? И взрослые тоже, да? И взрослые приходят. Вот, и разные национальности, кстати, подчеркиваю. Да, приходят заниматься, и они все на разном уровне, поэтому к ним применяется дифференцированный подход. Одни начинающие, другие уже знающие, и педагоги сидят с ними, работают с каждой группой отдельно. Мне очень приятно, что в любую погоду, из разных концов города, будь то Варваровка, будь то Октябрьский, ну, разные концы города, дети приезжают. Ну, я в первую очередь имею в виду учеников так, подросткового возраста. Они приезжают вот в здание нашей школы, которое находится, говорили уже, в коллегиуме. Приезжают, и вы понимаете, выходной. Я знаю, что дети любят отдохнуть, и это нормально. Ну, да, или в принципе, пообщаться воскресенье, со сверстниками. Воскресенье, да, Алиса, да, Мария, да, воскресенье. Да, да, они приезжают, несмотря на что, занимаются. Ну, а потом, конечно, репетируют, там танцы, песни и так далее, что у нас еще свой школьный ансамбль, дети тренируются, значит, выступают на различных мероприятиях. Вы знаете, школа, вот я в ней только второй сезон работаю, извините, я уже добавлю быстренько, второй сезон работаю. Не спешите. Но знаю, что за 13 лет, которые подряд существует школа, и на своих плечах несет Юрия Георгиевна и другая преподавательница, кажется, там, вот, Анна Саядян, вот, выпустила школа сотни учащихся, из них, я многих знаю из них, многие из них добились успеха, получили хорошее образование в Николаеве или далее, вот, значит, добились успеха. Это и наш лидер молодежной организации Илона Кочарян, которая, например, уже два фильма сняла, один из них «Корни», прогремел, кажется, на всю Украину. И я знаю даже, что Министерство культуры на высоком уровне обсуждали. Вот. Это люди, которые уехали, работают успешно в различных областях. Это не только бизнес. Вот. Это молодежь, с которой приятно общаться. Понимаете, вот приятно. Я видел их на брейн-ринге и так далее. Мне все приятно. И приятно, что, скажем так, вот такие ученики выходят из нашей национальной школы. Девочки, вот воскресенье, казалось бы, хотелось отдохнуть немножечко, расслабиться. Вы едете в школу с удовольствием? Да, конечно, с удовольствием. Если ты учишь свой родной язык, как можно без удовольствия идти в школу? Для нас это всегда одно удовольствие, тем более с такими грамотными учителями. Но вы же проводите практически весь день в школе. Нет, почему весь день? Два часа. Два часа, да? Ну, 2-3 часа, когда как. Ну, 2-3 часа, но все-таки это воскресный день, все-таки это вырывание такого из общего отдыха. Наши родители только за. Да, родители же поддерживают. Но не заставляют, вы с удовольствием ездите. Нет. Я скажу еще, вот недавно было решение председателя нашей Союза армян Украины, Кохликян, у нас Артур Гензелович, он сказал вот мне и Юрии Георгиевне, то есть на, ну, таком небольшом совещании, что он принял решение всех учащихся армянской школы, которые будут поступать, ну, поступают в вузы, если не поступят на бюджет, финансировать будет армянское, оплачивать обучение будет армянская диаспора. Ой, это здорово. Ну, вот, вот вам отношение к своим детям в будущем. А молодежь – это будущее. Ну, даже не то, что будущее, это уже и сегодняшнее. Ну, я понимаю, ну, вот, вот вам отношение к школе. Да, это действительно большое подспорье для студентов, да, и для семей этих студентов. Тем более в наши дни. И хороший, да, стимул. Хороший стимул. Естественно, дети приняли на ура, когда мы им сообщили. Друзья мои, у нас остается буквально одна минута. Я хотела бы, чтобы каждый из вас еще сказал несколько слов для наших телезрителей. Юрета Георгиевна, будьте добры. Мне было бы приятно, если в нашу школу ходили и все те желающие украинцы. Чтобы все приходили и учили армянский язык. Да, все желающие. Да. Все желающие. Мы всех принимаем. Можете прийти и с нами. Вы всем рады. Мария, будьте добры. Два слова. Мне нравится учиться в армянской школе. Я бы тоже хотела, чтобы приходили новые друзья, дети, учили свой родной язык. Алисочка.
несмотря на то, где находится человек, он обязательно должен учить, знать свой язык, культуру и историю. Леон Артемович, все, одно слово мы любим осталось. Мы любим свой язык, но наша родина Украина. Спасибо вам большое, друзья мои, спасибо. Мы сегодня с вами в прямом эфире телеканала «Николаев» учились азам армянского языка. Я думаю, телезрители, что вы не провели это время даром. Це була розмова на тему. На все добре.